Очереди в службах ВАЗовского сервиса практически не стали короче, хотя все операции – диагностика, ремонт, замена деталей – подорожали в 8 раз. А стоимость самих запчастей – в 3-5. Уже не тысячи, а десятки тысяч рублей стоит, например, восстановление кузова. Выход – он есть. В резком и многократном увеличении производства деталей, узлов. АвтоВАЗ это сделать не может. Могут другие предприятия, которые ищут заказы. Нет. Я имею в виду в большей степени обороны, там высочайший уровень технологий, и они очень близки, и мы помогаем даже с оснащением, с документацией. А вот первые шаги. В минувшем году производству запчастей, модулей станций техобслуживания, оборудования для них привлечены 340 заводов бывшего Союза. Ими изготовлена продукция для автосервиса на 1 миллиард рублей.